Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и сегодня у нас новая игра про черепашек, представляете? Это просто круто, поэтому ставьте лайк, и мы начинаем. Игра называется Power Up. Ребятки, вы просто сейчас обалдеете от этой игры. Жмем на кнопку Play. Так, смотри, в общем, здесь уже новые черепашки, и смотри, открывается игра, и вот как здесь все происходит. Получается, я сейчас кручу телефоном в разные стороны, можно вниз посмотреть, смотри, там просто пропасть с мутагеном или что-то такое, канализация какая-то, можно посмотреть наверх, конечно, не очень удобно так крутить телефоном, но а что делать? Вот смотри, вот стоит Раф, кабанчик, смотри, на него можно нажать, и он там что-то начинает драться с кем-то, бой с тенью устраивать. Смотри, есть вот какая-то статуя, вот я еще не разобрался, к чему она, для чего можно выбрать, вот так, или Майки, или Лео. Так, остальные закрыты, да. Так, окей, смотри, идем дальше. Тут пицца-пати, это чтоб, в общем, начинать играть уже. Смотри, тут у нас кто сидит? Это Леонардо. Он тоже, смотри, такой, опа, вот так вот он умеет. Тут у нас где-то еще должен быть Донни. Что делать? Ой, чуть планшет не потерял. Так, и где-то Майки должен быть. Давайте посмотрим. Вот мне сейчас совсем неудобно смотреть, искать, где Майки. Что-то я его не вижу. А Майки вообще отвернулся, смотри, сидит к нам спиной. Что-то хихикает там. Что ты умеешь делать? Ой! Вот так вот он умеет, короче. Классно, да, ребятки? Новенькая игрушка, в Play Market ее еще нету, я скачал ее на одном сайте. Вот. Ну что ж, давайте, в общем, посмотрим теперь, в чем заключается сама игра. Так, мы давай сделаем уже вот здесь, что-то новенькое будет. Короче, ребятки, смысл игры в том, что я буду, так сказать, официантом для черепашек. Я буду готовить им пиццу, какие-то там начосы и подавать им напитки. Смотри, открываем холодильник, достаем сразу много всяких напитков. Теперь смотрим, кто что хочет. Вот они тут все сидят, пока никто ничего не хочет. Ждем, ждем. Вот, смотри. Донни хочет напиток. Мы ему даем. Оп, ставим сюда и даем Донни. Так, Майки тоже хочет. Ставим, ой. Ставим, говорю, сюда и даем теперь Донни. Отлично. Что хочет Раф? Хорошо, у меня как раз есть вот этот яблочный коктейльчик. Так, сачок, вернее. Так. Так, 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 так. Что-то они, смотри, все прям хотят пить. Мы сразу так побольше. Так, так, так. Нужно успеть до зеленого времени. Пока оно зеленое. Смотри, они прям все хотят пить, никто не хочет есть пиццу. Очень странно, конечно. Ну ладно. Так, блин. А-а-а! Я должен успеть! Я должен. Они. А-а-а! Открываем холодильник. Набираем побольше напитков. Майки, подожди, красавчик. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Донни. Майки, ты чё? Смотри, Майки все пьет и пьет. Надо побольше. Ой-ой-ой. Микрофон зацепляю. Так, 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 так. Раф хочет сока. Так. 3, 2, 1. Чё, все. Так. Тяжело, конечно, играть, ребятки, потому что надо постоянно крутить телефоном, но, тем не менее, это круто. Так, смотри, чё у нас... Ключей, жалко, ключей нету. Ну чё, продолжаем следующий уровень. Тем не менее, прошел вроде довольно-таки с одной звездой. Ну ладно, смотри, тут мороженое будет. Подожди, я знаешь, что хотел посмотреть еще? Тут можно что-то открыть. Вот здесь. У нас есть один ключ, давай используем. Что это вообще будет такое? Постер! Постер с обезьяной. И все? Слушай, я думал, что-то будет прям хорошее, а тут какой-то постер с обезьяной. Купить. 38 монет. Да не хочу я ничего покупать. А-а-а! Это я тоже купил? Блин, я все покупаю. Вообще-то я этого не рассчитывал на это. Ну да ладно. Что у нас здесь? А-а-а! Слушай, лучше бы я сюда ключик потратил. Тут можно нового персонажа было выбрать, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко, конечно, жалко. Ну ладно, я думаю, это... Еще будет ключ у нас вот здесь, да? Заработаем. Так, ну что, давай, в общем, и начнем, собственно, зарабатывать эти ключи. Так, Рафчик что-то у нас тут говорит. А, я там мог открыть Эйприл. Все, я вижу, я понял. Так, это пицца, ребятки. Пицца, пицца. О, и Раф уже хочет мороженое. А как его делать?
Так, так, так. А, вот, вот так, смотри. Все, мороженое готово. Сюда. Потом, теперь сюда и рафу. Ты даже... Что такое? Ты дождался, нет? О, тут надо быстренько торопиться. Побольше напитков. Так, 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 так. Кто-то хотел напиток. Лео. Майки. Отлично. А Донни захотел пиццу. Пицца, готовься быстрее. Кто еще что хочет? Пока никто ничего не хочет. Так. Донни, твоя пицца уже готова. Держи. Смотри, Майки хочет сок. Лови, братишка. И Лео хочет сок. Что ж такое, а? Понравился им сок этот. Так, что хочет... А Раф опять хочет мороженое. Офигеть. А-а-а, сейчас, сейчас. Сейчас ты получишь свое мороженое. Хватай. Держи. Лео хочет пиццу. Пицца, можно отравиться. А Донни хочет начос. Ё-моё. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, нужно готовить начосы, ребятки. Как готовить начосы? Я уже забыл, как готовить начосы. А, вот лепешки. Потом начиночка. Сюда и... И Донни отдаем. Так, я должен успеть еще Майке отдать сок. Все. Успел. Но я чуть не посмотрел совсем. Ключи хоть дайте, хоть один ключик. Нет, не дали. Не дали. Слушай, ну нужно быть, наверное, попроворней, да? Так, а можно здесь выбирать уровень? Новые стикеры мы открыли. И за эти стикеры открывается изображение с черепашек. Так, смотри, ладно. Здесь, по-моему, уровень выбирать нельзя. Можно вот так только. Просто до этого было там вообще еще проще. Немножко. Там были только пиццы и один напиток с яблоком. Так, короче, сразу открываем холодильник. Набираем побольше сока. И теперь, что у нас, уже есть заказы. Голодный Рафчик хочет начосы. Так, держи. Так, Лео, получай сачок. Сачамба, Майки. А, Донни хочет пиццу. Пиццу, Донни, срочно. А этому начосы надо. Так, начосы готовы. Пицца готова. Так, Майки хочет пиццу. Быстрее, быстрее. Лево, пока мы сок дадим. Так, 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 держи, Майки. А Раф опять хочет начос, ты посмотри. Да ё-моё. Так, сейчас будет готово, сейчас будет готово, братишка, ты только не нервничай. Так, Лево хочет пиццу с ананасами. Так, пицца готова, пицца для Лево, одна пицца для Лево. Раф опять хочет начосы. Что ж такое? Я должен заработать на ключик. Мне нужен ключик. Так, 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 так. Ну чё, лучше уже? Блин. Ну на ключ я все равно не заработал, не успел, понимаешь? Мне кажется, ключик дадут, если будет желтая полоска прям вся заполнена, понимаешь? Фух, это нелегко. Это не... Ну смотри, уже на 2 звезды. Давай попробуем еще раз. Сейчас я постараюсь прям вообще быстрее. Просто не очень удобно, что когда еще записываешь, то есть нужно, как бы я стараюсь быть поближе к телефону, правильно? Так, сразу открываем холодильник, набираем сачок, поближе к микрофону вернее. Так, Раф хочет такос, как всегда. Держи, братан. Так, пицца с колбасой для Лео. И Донни сок. Так, и Майки сок. Так, пицца, отлично. А Раф все требует и требует такосы. Да что ж такое? Такосы или начосы, я не знаю, что это. Но похоже на такос. Так, смотри, по-моему, у меня получается. Так, 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 так. Так, отлично, отлично, отлично. А Раф говорит, начосы, начосы, че такосы, такосы. Так, 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 так. Да колбаса же, нажимайся. Так, так, холодильник открывайся. Тю-тю-тю-тю-тю. Так, 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 так. Пока, мисс, ребятки, вроде как у нас все более-менее нормально.
чуть-чуть я опять не успел, представляешь, совсем чуть-чуть не хватило до 3 звезд. Ну прям совсем капелюшечку. Фух. Жалко, конечно. Слушай, ну я, короче, буду тренироваться и буду, наверное, свой скилл увеличивать в этой игре. Так, ну что? В общем, такая вот, ребятушки, у нас была игрулька. Ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, кто еще до сих пор не подписался. Вот. Ну и, конечно же, про колокольчик тоже не забывай. Будешь всегда в курсе новых видосиков на моем канале. А с вами был Вовкин. Пока-пока!